хрена себе трактор такой промчался. Какая живописная дорога. Сегодня 28 градусов. Я решила, в общем, проехаться до Павловского парка. Блин, была там в прошлом году, но не, короче, не все посмотрела. Уже там дождь был, я помню, вообще ужасно просто, такой стеной прям залил. Вот. И уже темно было. Вот хочу, короче, днем проехаться, посмотреть, там должно быть вообще классно, офигенно. Дорога с Пушкина до Павловска вообще просто красота. 28 градусов, прям спасение, когда едешь. Ветерок, деревушки. Куча машин. Ну ладно. И, конечно, не хардкорный ездок. Но все же. Такое, короче, крутое место. Я еще в прошлый раз его заприметила. Мне это прям понравились по кругу вот эти статуи. Это, по-моему, музы, насколько я помню, с прошлого раза. Ну, можно еще вернуться, посмотреть. Блин, вообще офигеть. Я какая красота. Парк вообще, короче, офигенный. 150 рублей я заплатила за вход, хотя там можно, в принципе, бесплатно. С 9 до 11 они работают бесплатно, и с утра. Тоже, блин, короче, сейчас 8, еще час типа ждать. Я заплатила 150 рублей. Не жидила. Горки крутые. На велике самое то кататься. Еще какой-то чувак жопой. Кто-то. Короче, какой-то борец. Заход номер 2. Ой, блядь. Не упала. Баргезский борец. Гладиатор Баргезе. Какой парень. Ну вот не знаю, мне поехать по веломаршруту номер 4 или просто так покататься по парку. Наверное, поеду по веломаршруту, посмотрю, что там у них предлагается. Это какой-то амфитеатр. И вот такой вот вид. В общем, не знаю, будет ли тут видно на камеру. Вот она, белка, белка. Крутая, вообще не боится. Камера, конечно, у меня шлак, но белку видно. А, нет. Пожалуйста. Вот, так чем мне, в общем, этот парк понравился? Он офигенно готичный. Просто здесь очень много всяких разных скульптур и статуй.
И если здесь ходить ночью, здесь можно реально... Ну, я бы накакала в штанишки просто. Офигенно темный парк. Со всякими статуями. Куда ни посмотри. Собственно, куда я еду? К какому-то дворцу. Сейчас посмотрим, что за дворец. Тут уже, конечно, посветлее. Но в прошлый раз мы сюда не доезжали, тут очень. И вот эти в первый раз. Да, видимо, памятник Павлу. Закрыто. Ну да. И конструкция. Ну ничего так. Я думала, побольше будет. Мостики, мостики. Ох, так, вот это какая-то женщина. Посмотрим, что за женщина. Это правосудие. Здрасте. Сама фотографирую мое место, видимо. Это задний двор дворца. Собственный сад. Мать, какая горка. Ха-ха. И я сейчас с нее спущусь. Ну, такая она довольно-таки крутая. Главное, сейчас там двух женщин не сбить. Я постараюсь. Ну что, все выжили? Я выжила, и женщины выжили. И вот я подъезжаю. Это уже за парком. Опять кусты. Так, я подъезжаю, короче, опять к какому-то мужчине. Кто это у нас? Блин, мне тут не заехать. Там, короче, пудик такой. Ваши ставки, господа, если я съеду с этой дорожки, я не упаду прямиком в прудик. Так, это... Блин, я забыла, прочитала пока
а пока ехала, уже забыла, короче, какая-то дорога, и там будет новая Севилья. Ну, пейзаж, да? Оцениваем, дамы и господа. А где, в общем, музы по кругу, это была старая Севилья у нас. Сейчас доедем какой-то мост. Так, вот я вижу мост. Ой, а что за природа, мать? Красота какая. Тропинки узкие, но протоптанные, это главное. Ездить вообще шикардосно. Вообще парк для велосипедистов обустроен. Здесь есть какие-то веломаршруты, но я по ним не поехала. Не знаю почему. Вот. Поехала своим маршрутом. Как будто бы в лесу находишься. Птички поют, мошка грызет. Все замечательно. Так, ну вот, короче, вот, в общем, если через этот шикарно потрясающий мост с березками проехать, мы доедем до самого красивого места. В прошлый раз я, короче, там была. Что там красиво, не особо понятно. Я хочу посмотреть на... что? Колонна «Конец света». И снова горочка. Ну, это я понимаю, круг белых берез. Я не поняла, как я проехала... Самое красивое место, это ладно, это понятно. А колонну «Конец света», где я проехала, я не поняла. Где я свернула не на ту тропинку. Буду искать. Доехала до указателя опять. Так, значит, сейчас пока на перекуре. И вот, как я понимаю, вот это вот в лес входящая дорога. Сейчас, секунду. Она называется, мне такое название интересное. Ну, тут, в принципе, у всех названия интересны. Аллея черной шляпы. Круто. Почему черная шляпа, интересно. А, ну, в общем, не без усилий мне удалось отыскать эту колонну, которая называется «Конец света». Почему «Конец света»? В общем, я прочитала, почему эта колонна называется «Конец света». Очень такое интересное прям название. Здесь заканчивался Павловский парк. Вот. Такой вот, типа, возвышенность. А что у нас там? Горочки. Трудно здесь что-то отыскать, потому что что-то прям даже в деревьях находится. Вот здесь я проезжала. Бля, опять забыла. Короче, какую-то погребальню, какому-то там мужу. Она вообще это, ее из-за деревьев не видно. Вот. Такая, короче, история. Мавзолей супругу благодетелю, в общем, назывался. Я только что прочитала. Вот. Я, конечно, понимаю, что рассказчик из меня вообще гениальный. Надо было идти на экскурсовода учиться. С моим талантом рассказывать всякие истории. Это да. Ну ладно. Не экскурсовод, так оператор. Это тоже так себе. Вот, блин. Вот это вот желтое с белой крышей. Вот это дом. Ты его тут фиг увидишь, извините. А сейчас я, в общем, пытаюсь доехать до каких-то там руин. Упс. Горочка.
не врезалась в женщину. Блядь. Это все телефон. Нельзя за рулем телефоном пользоваться, а то может произойти авария. Так, это оно или нет? Где у нас тут руины каскадные? Это вот те каскадные руины, я на них уже была. Теперь я сейчас внизу нахожусь. Все понятно. Капец, короче, какой маршрут откопал. Сейчас поеду на озеро Любви. Я надеюсь, это не оно, блин. И что-то там еще с Венеры цвет. Блин, это такие названия, в общем, стрёмные. Ну, короче, остров любви. Венерино озеро, что ли? Прикиньте. А посмотрим. Ну, это был единственный пруд. Ну, вон там еще какой-то маленький прудик. Ну, это не может быть озером любви, ребята, это чересчур. Сейчас еще раз проеду там. Не, ну что, вот это, что ли? Белка опять. Где белка? А, это не белка, это птица. Блин. Что, вот это, что ли? Озеро любви. Не, ну в принципе, оно тут даже немножко напоминает форму сердца. Это так, если уж накрутить себе на уме. Вот такое вот у нас любовь. С лягушками, утками и камышами. Ну ладно. Мама, утка выводит своих питомцев. Маленьких утяток.